снова утренник. Всем быть на месте через 20 минут. Строители такие дома строят.
еду приготовил, ее съели. Да мое творчество нельзя попробовать на вкус, нельзя взять в руки. Его можно только почувствовать. И пока доктор помогает одному больному, я могу радовать сразу сотни душ. Thank you.
балансом занимаешься. Да, нет его на работе еще. Что? Да ты что? Мама дорогая, вот это номер отключил. Так, я тебе позже позвоню, вот у тебя девочка. Вы у меня бухгалтера, вы у меня экономисты. На носу День народного единства. Приезжает сам, а вместе с ним и сама. Формат мероприятия меняется. Артистов будем приглашать профессионально. Нужны деньги? Позвольте, Роман Сергеевич. Но денег нет. А это уже, простите, ваша задача. Ну, раз нет денег, а давайте пригласим дядю Ваню со станицы Переправной. Он такой колоритный дядечка, у него вот такой живот, вот такие усищи. Кепочка, правда, немножко помятая, но зато поет он покруче Трофима. А ты встаешь на берегу в синем платье и можешь хорошенько поплакать, и распустить свои шальные объятия, ласкаю нас морской прибой, бой, бой. А впереди еще три дня и три ночи, и шашлычок под крючок захочет, и я готов расслабать город Сочи. Она становится на тумбочку.
где хотите. Цыганам костюмы, собачкам колбаску.